Супер-батарейка, как дела? Мы сегодня будем печь новый торт. По вашим просьбам. Молочный, шоколадный. Он очень простой и очень вкусный. Подписывайтесь на мой канал. Кто еще не подписался, жмите на кнопочку внизу, она будет серой. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. Напишите комментарий, что вы хотите сделать в следующий раз. Какая колокольчик от яростной козы. Выпечки, поэтому вы делать просто и быстро. Давайте посмотрим, что нам нужно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Любое песочное печенье 400 грамм. Мы сделали из него песочную крошку, растопленное сливочное масло, 180 грамм для нашего крема, сметана, 400 грамм, сахар, 6 столовых ложков, молока, молоко, 100 грамм, какао-порошок, 3 столовых ложка воды, 100 грамм, желатин, залитой водой 10 грамм и в конце шоколад для украшения. Приготовление в описании внизу под видео. Ну что, поехали? Погнали! Сначала берем толченое печенье и заливаем это маслом. Хорошо все примешивать. Теперь складываем в нашу форму. И теперь все хорошо равняем. Теперь нужно это поставить в морозилку на 10 минут. Для крема берем кастрюльку, наливаем молоко, добавляем наш сахар, все время помешиваем. Теперь добавляем наш желатин. Продолжаем помешивать все время. Теперь всыпаем наше какао и продолжаем помешивать. Вот такой шоколад нам получилось. Теперь добавляем в него сметану. Все время помешиваем наш шоколад. Поставим это в сторонку. Мы вытащили нашу основу из морозилка. Вот такая основа нам получилась.
Теперь мы положим наш крем. Ставим наш тортик на 2-3 часа в холодильник, чтобы хорошенько застыл. Пойдемте. Позже мы будем его украшать и пробовать. Ждем наш торт. Пока что подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Наверное, наш торт готов. Наконец-то! Я буду уже его пробовать. Сначала его нужно украсить. Какой у нас торт получился! Какой шоколадный! Какой красивый! Сейчас мы его украсим. Для этого у нас есть та ученая петель и та ученый шоколад. Сначала посыпем толченым печеньем. Теперь насыпем толченый шоколад. Теперь открываем нашу форму. Опа. И снимаем нашу бумагу. Ничего себе, какой торт! Я хочу уже его попробовать. Посмотрите, какой красивый вкусный торт. Он божественный. Я буду его пробовать. Кожно! Обязательно оставьте ваши комментарии в пожеланиями на следующий раз. Всем пока-пока!